смотрите новости. В студии телерадиокомпании «Муравленко ТВ» Светлана Грачева. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Новая достопримечательность города. На территории многопрофильного лицея установлен памятный знак «Хлеб нашей памяти». Дали обещание быть прилежными в учебе. В Муравленко состоялось торжественное посвящение в первоклассники. Футбольные баталии. Игры на Кубок губернатора выявили лучших, а футбольная команда ветеранов города сыграла со звездами российского футбола. В администрации города состоялось очередное заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции. Его провел заместитель главы администрации Хизриал Хаматов. Участниками были рассмотрены 6 вопросов. Прежде всего, совет рассмотрел информацию о результатах работы правоохранительных органов. С начала года в Муравленко зарегистрировано 25 преступлений коррупционной направленности. В числе других обсуждаемых вопросов – результаты работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, формирование кадрового резерва, реализация мер по противодействию коррупции при размещении муниципальных заказов, мониторинг обращений граждан к органам исполнительной власти и на телефон доверия. В этом году на его номер от муравленковцев поступило одно сообщение о неправомерности действиях должностных лиц. Обращений по конкретным фактам коррупционных проявлений в органах исполнительной власти и местного самоуправления не поступало. Заместитель главы администрации Хизриал Хаматов отметил, участникам Межведомственного совета необходимо выработать эффективные методы в части профилактики преступлений коррупционной направленности. Здесь важно достичь того, чтобы принятие каких-то принципиально важных решений, связанных с финансированием, распределение финансовых средств и другими возможностями, где возможно проявление коррупции, не принимались людьми единолично. Это должно быть комиссионное принятие решений, это должно быть рассмотрение различных вариантов и принятие вот после всестороннего изучения этих вопросов. Мы понимаем, что когда через человека проходит достаточно большое количество денег, и есть определенный соблазн. Вот соблазна не должно быть. Белые банты, пестрые ленты и воздушные шары. В Муравленко прошло традиционное посвящение в первоклассники. 8 сентября в городском сквере собрались виновники торжества, родители и педагоги, рассказывает Анна Карамаврова. Россия, мы дети твои. В этом году в муравленковские школы пришли более 420 первоклашек. Сегодня в городском сквере ребята вновь собрались вместе. На этот раз для того, чтобы дать обещание быть прилежными в учебе. Вы научитесь читать, рисовать, писать, считать, быть серьезней, веселей. В школе мы найдем друзей. Обещаете? Да! С праздником юных горожан поздравил глава администрации города. Александр Подорога напомнил школьникам, теперь их жизнь кардинально меняется. Ведь юные первоклассники – это надежды, чаяния и будущее всей страны. Дорогие первоклассники, я желаю вам, чтобы ваше начало пути обучения в школе, ваши дальнейшие успехи, несомненно, радовали вас, несомненно, радовали ваших самых близких людей, ваших родителей. Я хочу, чтобы учеба в школе была для вас ярким и радостным событием, чтобы вы не болели, чтобы вы увлекательно и творчески провели это время. Поздравила ребят и заведующая детского сада «Солнышко» Валентина Полынова. От имени всех дошкольных учреждений города она пожелала выпускникам детских садов успеха в школьной жизни, а учителям держаться заданного курса и продолжать развивать в детях творческий потенциал. Дорогие педагоги, вам удачи, креативных творческих учеников, а вам, родители, терпения, терпения и еще раз терпения. Будьте добрыми наставниками и помощниками своим детям. В добрый путь вам! После добрых наставлений и пожеланий по традиции, первоклассники получили в подарок от своих старших товарищей, учащихся 11 класса многопрофильного лицея, первые в своей жизни медали – медали первоклассников. Кульминационным моментом праздника стало возложение цветов юными учащимися и педагогами к памятнику Виктора Ивановича Муравленко. Анна Карамаврова, Владимир Федоров, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». К другим темам. В Муравленко появилась новая достопримечательность. К 200-летию Бородинского сражения на территории многопрофильного лицея установили памятный знак «Хлеб нашей памяти». Церемония открытия монумента состоялась 8 сентября. Подробности в сюжете Надежды Деминовой.
Памятный знак – результат совместного труда нескольких авторов из Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда и Москвы. В его основу положен исторический факт. Вдова Александра Тучкова, генерала, погибшего в Бородинском сражении, создала поминальный хлеб – черный с кориандром, который вот уже 2 века пекут в России. Его цвет символизирует черную землю – поля битвы, а кориандр – картечь. Каждый элемент памятного знака «Хлеб нашей памяти» имеет то или иное значение. Так, например, белый куб символизирует чистоту помыслов в службе Отечеству. Красный гранит – это окропленная кровью земля. Ну а георгиевская ленточка – память о павших воинах. Церемония открытия памятного знака сопровождалась творческими номерами учащихся лицея. Традиционную красную ленточку перерезали глава администрации города Александр Подорога и директор многопрофильного лицея Вера Климко. Я уверен, что этот памятный знак для всех, для нас будет служить не только символом патриотического воспитания, но также символом памяти и безграничного мужества русского народа. Слава России! Сегодняшнее мероприятие положило начало еще одной традиции вот в нашем учреждении. Все мероприятия патриотической направленности, посвящение в кадеты 23 февраля, надеюсь, при хорошей погоде будут проходить именно на этой площади. По замыслу авторов проекта, во время торжественного открытия в памятный знак должны поместить специальную капсулу с землей, взятой на Бородинском поле. Эта честь выпала учащимся кадетского класса и участникам клуба «Ратибор». Лицеисты подошли к мероприятию со всей ответственностью. Они утверждают, что установка и открытие памятника – это не просто очередная веха в истории лицея, а действительно дань памяти и уважения героям, павшим во имя свободы России. Мероприятие очень значимое. Все-таки 200 лет. Наши все родственники дальние бились. Вот, и надо почтить всем. Независимо, кадет ты, не кадет, все должны отдать честь, дань памяти тем людям, которые защитили нашу страну. Во-первых, это память, чтобы не забывали, на что способен русский народ, и что в самой сложной ситуации наша страна должна все равно держаться и всегда быть примером для других стран. Завершилось торжественное мероприятие вальсом. Под его аккорды в небо взлетели голуби в знак благодарности предкам от потомков за мирное время. Надежда Деминова, Владимир Федоров, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». В минувшую субботу, 8 сентября, 35-летие со дня образования отметил поселок Ханымей. В марте 1977 года на берег реки Чучуяха высадился первый строительный десант. Сегодня Ханымей – это активно развивающийся поселок с хорошо развитой инфраструктурой. Его нередко называют одним из самых благоустроенных населенных пунктов Куровского района. О людях там проживающих, судьбах и 35-летии Ханымея – репортаж Оксаны Гитерман. Сегодня Ханымей отмечает свой юбилей, 35-летие поселка. Здесь каждый уголок говорит о его истории. Буквально через несколько минут начнется торжественное шествие. Это начало праздничных мероприятий. В праздничном шествии, посвященном Дню образования поселка, участвуют, если не все жители Ханымея, то основная его часть. Представители различных организаций коренных народов Севера – первопроходцы. Иван Капшак, к примеру, в поселке проживает практически с момента его основания. В Ханымее образовалась его семья, родились дети. Поселок стал для него родным домом, о котором он рассказывает с большой гордостью и любовью. Поселок, конечно, это очень красивый, очень живой, молодежи очень много, дома строятся, очень красивые, очень большие, хорошие объекты, магазинов очень много. Все у нас есть в поселке. По сценарию праздника колонна проходит по центральной улице и останавливается на новой площади Ханымея. Жители приветствуют хозяева и гости праздника. Искренне ждала долго этого дня, потому что действительно сердце переполнено минутами радости. Возвращение сегодняшний день в Ханымей – это как будто бы домой вернулся после, наверное, учебы или после длительного отсутствия. Смотрю на первопроходцев. Идут они такие молодые, красивые, нарядные. И стою и думаю, вот снилось ли им когда-то, 35 лет тому назад, думалось ли, что действительно по истечении этого периода будет прекрасный, замечательный поселок. Позвольте от жителей города Муравленко, города самого близкого к вам, поздравить вас с этим замечательным днем, 35-летием вашего поселка. Добра и счастья, здоровья и благополучия, процветания и постоянного развития
Пусть будут ваши самые смелые замыслы и надежды, взяты новые трудовые вершины. Надеюсь, что между поселком Канаме и городом Муравленко сложатся хорошие дружеские отношения. Я от души поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. Сегодня у нас не просто праздник, сегодня юбилей. И здесь есть и те, кто провел всю сознательную жизнь в нашем поселке, сделал этот поселок таким красивым. И есть те, кто родился в этом поселке, вырос, и вся жизнь связана только с нашим поселком. Я желаю всем тем, кто живет в нашем поселке, трудится, учится, здоровья, добра, счастья всем вам, вашим близким, родным. За 35 лет, по словам старожилов, Ханаме изменился до неузнаваемости. Теперь с улыбкой вспоминают, как стояли в очереди за хлебом, как ждали бочку с водой, чтобы приготовить обед. Воспоминания вошли в историю поселка, которая будет передаваться из поколения в поколение. Поселок преобразился в хорошую сторону. Стало чище намного и красивее. У меня поселок – это все, это жизнь. Мы здесь прожили много лет. Дети наши здесь растут, но их не дети будут здесь расти. Так что для нас поселок – это все. Одно из значимых событий праздничного дня – открытие памятника первопроходцам. Череду мероприятий продолжила автобусная экскурсия по поселку. Гости праздника познакомились с историей Ханемея, его окрестностями, улицами и достопримечательностями. Вечером для ханемейцев выступили артисты из Екатеринбурга. Завершился день поселка праздничным фейерверком. Оксана Гитерман, Антон Борисов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Первая специализированная аптека для мамы и малыша «Фармацей» подвела итоги конкурса детских фотографий. В Муравленко он проходил с 1 июня по 31 августа. Церемония награждения победителей состоялась 8 сентября. Подробности в сюжете «На правах рекламы». В конкурсе детских фотографий участвовали 13 человек. Им было предложено сделать снимок своего малыша и продолжить фразу «Я расту здоровым, потому что…». Мы очень рады, что жителям города понравился конкурс, пришел по душе, и они проявили свои творческие способности. Самые находчивые участники стали обладателями ценных подарков. Приз за первое место – годовой запас витаминов. Тем, кто завоевал серебро и бронзу, подарили корзины с косметической продукцией. Совсем недавно семья Волошиных участвовала в конкурсе детских колясок. В номинации «Многократное счастье» маленькие Артем и Андрей заняли первое место. И вот сегодня в копилку Волошиных идет еще одна победа. Мы не ожидали, так решили просто отправить фотографию на этот конкурс. И вот победили, очень рады этому. Да. Выбирать лучших из лучших – непростая задача, особенно если участники соревнования – маленькие дети. Поэтому организаторы конкурса приняли решение наградить всех поощрительными призами и дисконтными накопительными картами со скидкой до 10%. Кстати, приобрести такие карты может любой посетитель аптеки «Фармация». В планах «Фармация» конкурс детских фотографий сделать традиционным. Поэтому ждем ваши идеи. Принимайте активное участие и становитесь победителями. Первая и единственная в нашем городе специализированная аптека для мамы и малыша использует индивидуальный подход к каждому клиенту, изучает спрос на ту или иную продукцию, периодически проводит соцопросы и акции. Последняя проходила с 1 по 7 сентября. Родители могли приобрести витамины для школьников со скидкой 50%. Так что конкурс «Я расту здоровым, потому что» – лишь часть программы мероприятий, которые аптечная сеть наметила в своих дальнейших планах. Анна Карамаврова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». В течение трех дней в Муравленко проходили игры по футболу на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. За главный трофей соревнований боролись 6 команд из Муравленко, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Таркасале и Тазовского района. 7 и 8 сентября судьи определяли места в подгруппах. Команды играли в круговую друг с другом. 9 сентября финальная игра выявила победителя. В матче за третье место встретились футболисты из Таркасале и Нового Уренгоя. Общий счет игры 8-3 в пользу новоуренгойской команды. Затем за победу боролись фавориты соревнований, представители Муравленко и Ноябрьска. Острые атаки то на одни, то на другие ворота держали в напряжении всех болельщиков. Но в результате Кубок губернатора удалось завоевать футболистам Ноябрьска. Такие соревнования можно
смело назвать настоящим футбольным праздником, главным подарком которого стала матчевая встреча ветеранов города по футболу со спортсменами клуба «Столица». В составе столичной команды кумиры миллионов, звезды советского и российского спорта. Увидеть игру таких футболистов, как Александр Маховиков и Дмитрий Горин, собирали стадионы. А сыграть с ними вместе – мечта многих. Специально для юных муравленковских футболистов мастер спорта международного класса Равиль Сабитов провел мастер-класс. А сборная ветеранов муравленковского футбола померилась силами со звездной командой. Я уже много раз проводил матчи такие, но очень всегда такие дружеские. Хорошо, никогда там не было никакой грубости, доброжелательность. Поэтому мы с удовольствием приезжаем, потому что иной раз приезжаешь, какие-то там, ну, бывают игры, когда там, как говорится, такая жесткая игра. А здесь всегда такая дружеская, действительно. Встречаются друзья. В победе клуба «Столица» мало кто сомневался, но команде муравленковских ветеранов удалось забить два мяча в ворота соперников. Итоговый счет матча 4-2 в пользу звезд. Специальный репортаж о ходе соревнований по футболу на Кубок губернатора и о том, как прошла матчевая встреча футбольной команды ветеранов «Муравленка» со спортсменами клуба «Столица» смотрите сразу после выпуска новостей. 8 сентября на Ямале отметили День физической культуры и спорта. В Муравленко прошел легкоатлетический пробег. В спортивном мероприятии участвовали более 600 человек. Это учащиеся школ города и трудовые коллективы. Юные муравленковцы состязались за счет спартакиады учащихся, а кросс взрослых был посвящен Олимпийским играм 2014 года. Организаторы отмечают, легкоатлетический пробег пользуется у муравленковцев большой популярностью. Количество желающих поучаствовать в нем увеличивается с каждым годом. Главная цель состязаний – привлечь горожан к занятию спортом. Привлечь жителей города к активному отдыху, чтобы не сидели дома, дышали воздухом, оздоровлялись, здоровый образ жизни также поддерживали. Не знаю, когда объединялись трудовые коллективы, общались между собой, находили общий язык, как бы привлечение к спорту масса. И это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты компании «Муравленко ТВ». Я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь и всего доброго. Спонсор прогноза погоды – «Бережная аптека». «Бережная аптека» бережет здоровье, экономит деньги. По данным сайта «Гизметео», 11 сентября в Муравленко ясно, без осадков. Температура воздуха – 13-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В «Бережной аптеке» всегда значительная экономия. «Бережная аптека» бережет здоровье, экономит деньги.